Всем привет на моем 278-м стриме, и чтобы вы не говорили, что у меня одни только лишь айваны на стримах, сейчас мы попробуем уже, то есть один у нас забег по Сонику был, ну так, то есть я вообще, типа, ничего не тренил, там не играл несколько лет, да, и просто пробежал. По сплитам было время 47 минут 10 секунд, но я узнал тут одну деталь. Оказывается, по правилам спидрана официальным, правильно, время считать нужно именно сумма таймеров игры. То есть вот я пробежал уровень, да, на таймере написано определенное время. Я его прибавляю к сумме. Если я умер, да, то время от начала акта до смерти, ну, тоже суммируется, естественно. То есть, а вот это время, когда там, ну, то есть, ну, вы знаете, там, типа, написано название акта, там, ну, таймер не идет, короче, когда, да, это время не считается. Ну вот, но так как я не могу делать паузу на таймере, который, ну, лайфсплит, да, поэтому лайфсплит у меня будет как обычно, то есть, ну, просто, да, сплиты, то есть на нем будет больше время, чем реальное. Нет, на speedrun.com. Вот, я посмотрел, то есть там видео, и я точно убедился, что там время именно так считается, и там написано. В бонус, если попал, не знаю, в бонус там не попадают обычно. Если честно, там это не обговорено. Так вот, значит так, и поэтому, то есть на сплитах у меня будет время, значит, чуть больше, чем, ну, как бы, официальное. Но это не суть, да? Как бы, пусть будет. А помогать считать реальное время мне будет Snap. Мы с ним договорились. Вот. Соответственно, я страты, ну, как бы, учил, да? То есть я что-то тренил, что-то учил. Но тренил я недостаточно пока хорошо, поэтому сейчас, возможно, будет какой-то трэш-забег там, да? Куча ошибок и так далее, и так далее. Ну, если что, сейчас попрактикуемся тоже прямо на стриме. Я думаю, не один забег сделаем. В общем, как-то так. Будут, но не все. Будут, но не все. Всем привет. Привет, Гантриггер. Ну, всем привет, да. Так. Сейчас Стаб насчитает. Так, сейчас проверю управление. Так, работает все. Еще раз повторю, да, сейчас я буду делать очень много ошибок, потому что я перед стримом не практиковал. Но ничего, этот стрим так и называется. Практика и спидран. То есть практика — это тоже часть стрима. Но вначале я попробую пробежать, все. Скорее всего, я не пробегу, у меня будет гейм-овер. Потом вы поймете почему. Ну вот, и потом пойдем потреним отдельно уровни. Чуть-чуть там, ну, быстро пробежим, там это не будет долго. По звуку нормально? По громкости? Так. Напомню, по правилам официальным этого спидрана нужно обязательно сделать захват рамки эмулятора и хард-ретет. Кстати, да, я забыл, я неправильно захватил. Надо через рабочий стол захватывать. Ой, не пошло. То есть нужно обязательно, чтобы видно было рамку эмулятора, и обязательно сделать хард-резет перед началом забега. Иначе avoid run. Да, я думаю, из-за этого. Так, потише игру. Сейчас. Так, хорошо. А
Стоп, если таймер не обнуляется, то я так понимаю, ну, ты просто считаешь то время, которое на таймере. Если таймер обнуляется, тогда ты суммируешь. Да, но вот можешь зайти там, вот официальные забеги, и там, то есть, например, по сплиту там у чела 30 с чем-то минут, да, а написано, ну, сам результат там 26 минут. И там написано в правилах. Я давайте вот зайду сейчас еще раз прочитаю. Меня тоже это довольно удивило. Ну, типа, как-то, не знаю, почему-то так решили сделать. Sonic the Hedgehog 2, Genesis Mega Drive. All times are to be timed using in-game time being added up. Any days also count towards your in-game time. Add the amount of time lost, в скобках, time at death minus time when your reappear. Давайте ссылку скину, потому что я так прочитал, что никто ничего не понял. Ок. Ну тогда поехали. Давайте тестовый забег. Как пойдет. Соответственно, чат я буду читать мало, ну вы понимаете, да? Пишите через обращение, если что-то прям надо прочитать. Блин, это было плохо, неважно. Сейчас вспомним. Так. Блин, не попал, это вот сейчас плохо. Надо было поверху идти, ну ладно. Блин, ну затормозился. Ну хрен с ним, сейчас бежим как бежим. Я рестартить сейчас не буду. То есть рестартить буду... Так, 30 секунд записывай. Рестартить буду только если... ну, гейм овер. Нет, игра не подлагивает. Блин, не запрыгнул. Вот жопа. Ну, ладно. Опять же, не рестартим. Блин, и тут не попал. А, стоп, это не то было место. Да ну не попадай ты на эту фигню ты, ну. Да, конечно, баги. Привет, Икей. Да, конечно, баги использую. Не все, но... Да ну чё, я лалка, что ли? Да я даже это не... А-а-а. Ну ладно. А, не, на самом деле нормально по времени. Ну, для меня. Вот, 54 снап. На стриме лагает. Не может быть, 50 FPS. Никакой нагрузки нету. Я не то нажал. Я вместо сплита нажал паузу у таймера. Ладно, потренили первый уровень. Так подлагивает или нет все-таки? О, уже лучше. Да ну, я опять не прыгнул. Чё за срань-то? И тут не залетел. Ладно, хрен с ним. А, нормально, хорошее время, 29 секунд.
Тропы, дропов ноль. Блин. Ну, блин, просто как бы я даже не знаю, что мне, перезапустить стрим или что. Но в любом случае, сейчас уже мы бежим без остановки, да? Вот здесь такой тормоз, на самом деле, даже лучше, чем в тот раз я сделал. Как бы в тот раз я вообще облажался сильно. Лучше вот так в шипы врезаться. Ни хрена себе подпрыгнул, ядрить, что это было. Первый раз такое вижу. Блин, тормознул. Ладно. Ты издеваешься? Да ну что ж ты не так с этим боссом-то? Спидран, но вы поняли. Ничего страшного, ничего страшного. Как бы, по сравнению с первым забегом, это в любом случае должно быть хорошо. Хотя, смотрите, по сплиту, да, мы опаздываем. Ну, это потому что первый уровень. А дальше там уже пойдут, по идее, получше тактики. Тут сейчас будет баг сложный на втором акте. Который я, скорее всего, не сделаю, разумеется. Ну, с первой попытки. Короче, второй попытки там не дают. В итоге нам придется без бага проходить уровень. Ну, это я сразу... А, не, подождите, тут нормально. Да не сюда! О, я все, я залажал все тактики. Где я вообще нахожусь? Блин. Я даже не знаю, где я. Потому что я не попал туда, куда мне нужно. Я чувствую, что спидран по Сонику это та еще проблема. А, все, я знаю, где. Потому что... Чуть-чуть не сделал по тактике, и все, и ты просто не понимаешь, что происходит. А, не получилось, блин. А, жопа. Жопа, 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 жопа. Я должен был туда заскочить. Ладно. Ну, может, хоть один пропуск получится за весь забег. Я сейчас мог полуровня, короче, пропустить. Но... Да куда ты падаешь, ё-моё. Но это я не тренил, понятно, я тут даже не был. Ну, то есть я должен был там пропустить больше, чем полуровня, практически. Вот, вот это, к этому месту я должен был сразу прийти. Представьте, сколько я пропустил, да. Черт, и тут я не сделал пропуск. Ну, сейчас, я говорю, один раз мы пробежим, да, как получится, потом потреднем каждый уровень. Потом потреднем каждый уровень по-быстрому. Вспомним. Потому что я это лучше пробегал значительно, да, с багами, но это, понимаете, это нестабильные вещи, которые так просто не получаются от того, что я просто захотел. По-любому не пролечу, конечно же. Это я тоже не понимаю, как сделать, чтобы нестабильно пролетать всегда. Тейлз, ты издеваешься? Я вот никогда не понимаю, почему он иногда мне такую подлянку устраивает. Я не понимаю. Он иногда вот так вот бьет, и из-за этого я проскакиваю. А иногда он нормально прыгает, умирает, и тогда я прыгаю по боссу. Да лол, что происходит?
Посмотрите, называется Пеппа тренил, а по сплиту мы опаздываем. Надо будет. Вот тут баг дурацкий с этим телеком. Если его взять под водой, то ускорение ни хрена не дают. А, у меня почему ускорение опять пропало? Как меня бесит эта фигня. Лол, ну. А, еще вниз упал. Слышите, музыка быстрая, а бежит он как слупок. 43, ты записываешь, да? А, ясно. То есть стрим норм идет, да. Ой, сейчас сложная будет штука, где я могу дослоупочить тоже. Вот сейчас, смотрите. Есть! Ну хоть что-то получилось, ну спасибо, блин, Соник. Это запланировано, ну, более или менее. Блин, ну это же получилось. Это капец нестабильный там прыжочек был. Честно. Блин, офигеть, это хорошо. Так, казино, казино. Что там казино делать-то? А, все, вспомнил. Блин, музыку испортил. Так, сейчас дурацкий момент будет. Есть. Нет, ну нет! Ну пожалуйста, игра, пощади! Вот ведь срань. Как же это стабильно делать? О, я в хреновый такой момент попал. Сейчас тут время не потеряю, просто тучу. А, не, нормально, конец уровня, ладно. Ну как нормально? Вообще-то не нормально. Блин, зря. Не нормально, но... Ок. 58 секунд, снэп. Сколько там уже? А, хотя ладно, не важно. Ну если хочешь, пиши, если хочешь, не пиши. Жизни очень нужны, жизни очень нужны. Потом пригодятся. Блин, я думал, не запрыгнул, лол. не падай. Да ну запрыгни, пожалуйста. Есть. Блин, скайп звонит, черт. Блин. Какого хрена? Паузу нельзя больше, чем на 20 секунд ставить. Блин, это фейл. Блин, а там на самом деле звонок важный. Ну ничего.
ничего, придется подождать. Я не дождался звонка, думаю, ну значит уже сегодня не будет. И в итоге, блин. Сейчас будет сложный босс, ну, для спидрана. Я тактики хэза. Да ну давай. Да ну пожалуйста. Да господи. Есть. Ну в принципе неплохо, в принципе неплохо. ВР 15 с чем-то минут. Но я пока на ВР как бы и не собираюсь. Один час, минуту 43 записываюсь на... Не попал, не суть, забыли. Ты что делаешь? Поролся что ли? Потерял время. А, фейл небольшой. Так, важно сейчас. А, не самым идеальным образом я это сделал, но терпимо, терпимо. Так, сейчас не умереть, главное не умереть. Я не буду сейчас спидранить здесь, потому что это... Не буду, говорю, спидранить. Ладно. Ты чё не попал-то? Упоролся, что ли? Ой, жесть, завафлил. Ладно, минуту 12, давайте, записываюсь на... На геймпаде Xbox 360. Так, Hilltop 2 давай. Что-то я забыл, что тут за Hilltop 2. А, вспомнил. Ап. Это было не очень хорошо, но ладно. Не, на самом деле нормально сейчас. Ты серьезно не попал по этой платформе? Как? Как не попал на эту платформу? Вы видели, я сквозь нее проскочил. Бесит такое говно. Как ни странно, но вот здесь спидран тактика у меня с детства есть. Кольца специально здесь теряются, чтобы меньше тратилось времени на подсчет очков. Консоль белого. Так. Что произошло? Блин. Потерял вообще все. Ну, ты что делаешь? Пожалуйста, успокойся, все, успокоились. Нормально идем. Да ты что? Ты что делаешь? А я туда вообще запрыгну теперь? Хитрить. Да. Я даже не знаю, что в этой ситуации делать. У меня такого никогда не было. Они не исчезнут?
Такой бред, я просто сделал спинтэш не в ту сторону. Такой бред. Ну блин, у меня было в запасе 2 минуты преимущества. Да ладно, спидран, я все равно солью сейчас на... Ну, дальше увидите, короче. Блин, ладно, это бывает, это сложно довольно. Блин, ну мне звонок, ну черт. Я не попал наверх. Как это вообще может произойти? Я пошел по длинному пути. Ладно, ладно. В любом случае, как бы мы сохраняем спокойствие и идем дальше. Записал время, Снап? Ты серьезно, что ли, это делаешь? Охренеть! Ну я же говорю, ну недотренено, что ж поделаешь. Пока что это пробные забеги все равно. Ну к тому же, давайте мы вначале посмотрим, сколько будет времени, да, возможно даже, то есть возможно, что даже с такими фейлами все равно будет неплохое время для меня. Видите, потому что какое там время написано? 47 минут у меня. Как бы... Я думаю, что я его должен побить в любом случае, если я просто дойду до титров. А это, кстати, не факт, что я дойду. Все, мы вернулись на нормальный путь, но это заняло очень много времени. Короче, мы не будем умирать на боссе. Не понял, по времени неплохо все равно получилось. Лол. Как ни странно. Ой, все, пипец, пот океан. Ну все, удаляйте. Сейчас начнется. Ой, сейчас такое начнется. Все, сейчас гейм овер будет. С тремя жизнями. Ой, это вообще удаляйте. Повезло. Да ну убери ты свой вентилятор, ну... Блин, так раздражает эта механика. Вы думаете, я не жал прыжок? Ничего подобного, я его спамил аж. Просто там очень дурацкая механика в этой... дурацкой хрени. Что это сейчас было вообще такое? Да ну не ходи. Все, последняя жизнь. А это не самое сложное место. Это не самое сложное место. Наверное, мне слишком рано спидранить этот океан дурацкий понизу. Я еще волнуюсь, блин, ну вы понимаете. Ну давайте, если есть конт, то продолжим. Если есть конт, продолжаем.
Ну просто, чтобы вдруг. Ладно. Тогда время суммируется. Просто, в принципе, я некоторые уровни прошел неплохо, поэтому я пока не хочу заканчивать. Если я в плюс уйду, то тогда мы закончим. Ну, с этим забегом, я имею в виду. Ну, блин, я еще волнуюсь. Не знаю, вы смотрите на эти фейлы, мне так стыдно, лол. А, дурацкая это. Блин, зафейлено. Минута 0.5. Блин, очень большие сообщения, я не читаю, но вы уж поймите. О, сейчас будет шняга. Оп, гиперсоник. Ты что сделал? Ядрить. Как меня эта пружинка подбросила? Никогда не подбрасывала. Ну все, сейчас будет очень жесткое место. Колоссально жесткое место сейчас будет. Нет, 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 нет! Слишком задел триггер дурацкий. Блин, меня бомбит. Так, все, тихо, 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 тихо. Пока конты есть, продолжаем. Даже если в плюс иду. Даже если в плюс иду. Пока конты есть, продолжаем. Нет, конечно, ни в каком турнире не участвовал. Издеваешься, что ли? Wings of V нет, на последнем боссе. Wings of V на последнем боссе. Ты что делаешь? Вот сейчас нормально получилось. Пожалуйста. Не, понимаешь, в этом нет смысла идти по задуманному второму пути, потому что в итоге я тогда, ну, никогда не добьюсь нормального времени. То есть, чтобы добиться нормального времени, мне лучше сейчас вот так фейлиться, но в итоге я, возможно, добьюсь стабильности, да? А если я буду идти просто стабильно по задуманному пути, то я просто, ну, там невозможно добиться по хорошего времени, потому что тупо он долгий. Что это? Неважно, идти я буду по этому пути в любом случае. Что бы там ни было.
есть. Так, только не умереть. Как ни странно, у меня еще хорошее время, вроде бы. 15 с чем-то минут VR. Еще раз напомню, VR это по таймеру игры суммарному, не по сплитам. Фух, я еще в этом, у меня еще время хорошее. Самый пот я прошел. Самое нестабильное говно. Если честно, я удивлен, что не гейм овер. Ну, в смысле, не окончательный. Но и два конта я слил. Ну, это было вообще странно сейчас. Очень... Здесь я, ну, можно с тейлзом, короче, быстрее подняться, ну, причем с компьютерным тейлзом, ну, то есть, не без игрока. Но я, вот сейчас видите, да? Но тут я пока не наловчился. Так, интересный момент. Все, да? Еще конт есть. Ну попробуем тогда. Я ушел за границу камеры. Здесь очень быстро тоже не получается, здесь надо сразу на эту прыгульку как-то попасть. Ну, тут довольно тоненько. Но это не суть, это какие-то секунды там экономят, да. Не в обоих, а в трех. Но в третьем он такой сложный. Он такой сложный, просто пипец бот. Я даже абсолютно не надеюсь его сделать. Я его попробую один раз, если дойду. Один раз попробую и все. Нет, так все, пойду вроде как обычно. Он такой сложный. Это жесть просто. Там микротайминг. Просто ужасный, просто микротайминг. Наимикрейший просто. Так, господи. Возможно, я... Есть. Издеваешься? Что за херня? Да ты что делаешь-то нахрен? Да господи, ну ты не парвайся так, пожалуйста. Так, во втором уже сложнее намного пропуск, намного сложнее. Я буду его пытаться делать сейчас, но... Но такое, такое вам сразу скажу. Уже хорошо? Нет, нет, нет. Ну все, значит, я вылетел, я умирать специально не буду, значит, проходим так, как проходится. Но он потный, он потный. Я даже не знаю, куда идти, если честно. Я же тренил с пропуском.
Ну, то есть понятно, что я уровень-то так-то тысячу раз проходил вообще в целом, да? Как и игру. Но я не помню именно этот маршрут, допустим. По нему я вроде не ходил особо никогда. Но то, что я попал вот туда в стену, да, направо, это уже на самом деле круто, потому что это как раз-таки на самом деле сложное место. Ну как круто, то есть в итоге это ничего не дало, да, но все равно я рад, что получилось. Ой-о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 й. Дурацкое место, кстати, на котором очень часто все умирают при первом там особенно прохождении. Третий акт, значит, ну, как я уже сказал, мы проходим не спидраном. Один раз я пытаюсь его сделать, этот дурацкий пропуск. Так, я возьму жизнь, потому что, ну, вы понимаете, мне может не хватить. Такой-то спидран, в котором может жизни не хватить. Что там, я по времени вроде норм иду, да, пока? Ой, я по времени... А, ну еще третий акт, не забываем. Ой, я что-то думал, что это другое немножко место. Ладно. Блин. Ну все, вроде конец уровня, да? Итак, у меня есть меньше 5 минут, чтобы пройти третий акт. Сейчас говорю, один раз пытаюсь это говно сделать. Ни хрена не получается, и идем дальше. Вообще что-то не пошло. Тейлз-то упорот. Ну то есть я понимаю, что оно бы мне не получилось, но что-то сейчас вообще он как-то неправильно себя повел. Тейлз впереди меня шел, он должен сзади меня идти. А, ладно, нахрен его, короче. Ну я говорю, это настолько потное, что даже спидранер в своем туториале говорил, что просто молитесь, что у вас это получится. Привет, Базил Смит. Да, лайк, привет. Ой-ой-ой-ой. Что-то я чуть не это... Ну вы поняли. Ой, да куда? Это сейчас было неплохо, кстати, случайно. Не помню куда, не буду лучше спин делать. Я не помню, что внизу. Может быть там смерть что-то. Не, вроде там не смерть, но в принципе. Сейчас будет длинная шестеренка. Вот она. Тоже времени отнимает кучу. Шестеренка. Гайка, да? Почему шестеренка я сказал? И босс. Да, по времени я растерял все преимущество, насколько я вижу. Потому что босса по спидран-тактике у меня не проходится. Я попытаюсь, но... Ну да, не получается. Ну, два раза ударил, уже хорошо, типа, на самом деле.
Блин, один раз ударил, серьезно? Да, да ладно, не задел, ну что ж ты делаешь-то? Ну давай, 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 давай. Не, все равно преимущество есть по времени. Все равно есть преимущество по времени. Но в целом, конечно, забег мог быть и лучше. И сейчас можно просто поспать и отдохнуть. Уровень, который не спидранится. Просто. Главное не умереть и все. Могу чат почитать. На следующем уровне там, в принципе, ничего такого сложного нету, но можно умереть все равно. Упасть вниз можно. Что, скорее всего, я и сделаю. Плюс там босс очень противный, который никак не вроде не скипается. И, ну, он такой, знаете. Ну, вы знаете этого босса дурацкого. Там на него есть петрон-тактика, очень жутко сложная. Я ее не использую, потому что она для меня пока очень сложная. Она просто жесть. Блин. Тут, короче, можно на этом уровне сэкономить одну секунду, если я в конце сделаю спиндэш от самого края экрана. Ой-ой-ой. Ты чё, не шали так. Ноль колец, это не очень круто. Очень страшный момент. Очень страшный момент. Пожалуйста, Содик. Ладно, все, не спидраним этот момент. Просто прыгаем, как обычно. Я просто уже, честно говоря, волнуюсь. Я уже просто делаю фигню, потому что я волнуюсь. Пророк, не время для троллинга, честно тебе скажу. Не время для троллинга. Ну его нахрен, короче, медленная острота. Что-то мне странно. У меня получалось вообще-то на практике здесь нормально прыгать. Но я сейчас не знаю. Видимо, у меня сейчас руки не слушаются. Я не знаю. Так. Блин, чуть-чуть запылено. Thank you.
Просто пройти босса, просто пройти босса. Хоть за 3, хоть за 4 цикла. Это специально. Кольца здесь теряются специально, чтобы бить его можно, как можно чаще. Но ловится обычно. Очень хорошо убил босса. Очень хорошо убил босса. И знаете, я возьму жизнь. Я возьму жизнь, потому что... А вдруг я ДЗ к ней пройду с первого раза? Хрен его знает. Пофигу, несколько секунд на эти... Сплит я делал, как только он приземляется на самолет. Хотя таймер как бы на этом не заканчивается, да? Но сплит я делал здесь, помню, в тот раз. Ну чё, ДЗК? Давай. Главное не заложать на роботе. Главное не заложать на роботе, на медно-большом. На этом-то я не должен, по идее. Смотри, чё у меня руки трясутся? Делаем больше. Я себе одну попытку отвел на эту страту, ну вот на удар снизу. Все, так больше не делаем в одной жизни. Сколько? 5 раз, да, ударил? Хрен с ним. Шесть, да? Фу, это было так плохо. Тридцать шесть, 37, 38, 38 снап. Ну это хотя бы личный рекорд. Фу. Все, секунду, я сейчас по телефону отвечу. Снап, напиши время.
так, извиняюсь. Такая сумма-то, снап, сумма какая? Сумму-то посчитал. Так. Тут вроде есть вычисление даты, да? Можно тут секунды сложить, да? 30 секунд плюс... Блин. Один. 30 плюс... Один. Да лол, а он так не считает, что ли? Чё за фигня? Погодите, не 30 плюс 11 плюс 43 плюс 41 плюс 33 плюс 47 плюс 01 плюс 50 плюс 06 плюс 13 плюс 18. Так, 293 секунды. Может нормально видео вести? 3753, да? 3753? Ну слушайте, 3753 это на 2,5 минуты позже, чем последнее место на спидранком. Но это учитывая, что это первый забег, где я сделал просто кучу ошибок, я не сделал пропуски там многие, да? Фух, давайте теперь потреним уровни чуть-чуть. Так, ну первый, ладно, наверное, не будем. Давайте вот этот потреним. Да господи, ну давай! 4.53. Ну, в итоге снап правильно написал? 37.53. Не, это он в сумме написал. Чё за дно? Видите, какой стабильный баг, да? Он так классно получается всегда. О, ну это все вроде, да? Это крестовина сейчас работала. Я вместо того, чтобы вниз, она влево нажала. Да ты издеваешься? Да ладно, я там через 3 секунды умер. Что ж такое-то? У меня вроде он уже стабильно более-менее получался. Но сейчас что-то вообще не идет. Не, ну вот это, по-моему, сейчас уже... Там обязательно нужно прыгнуть на эту. Кназвиталь. Отлично.
Этот пропуск уберет из моего времени, считайте, идет около минуты, наверное. Ну, довольно много, короче. Да ты можешь просто прыгнуть. Я что-то, мне кажется, не то сейчас делаю. Вроде у меня стабильно получался, что-то я забыл. Тебе одному дозванивали? Я хочу сделать сестейт попозже чуть-чуть, чтобы конкретно ту фигню заучить. Я слишком рано прыгаю, я слишком рано прыгаю. Слишком рано. Привет, Сабасар. Как давно спидран не Соника? Ну, сейчас один спидран, один забег был. 37, что-то там. Блин, сейчас я не прыгнул. 37-57, что ли, что-то такое получилось. Нет, тут не надо такой спиндэш, тут максимум тройной спиндэш надо. Почти, почти, вот это уже ближе, вот это уже ближе. 37-53, да. Но это уже хотя бы реальное время. Почти, ну лол. Дисковод? Ты что, диски записываешь? Хрена себе подпрыгнул. Да что ж такое-то? Ну сейчас один раз получится, и ты сразу поймешь. Блин, я не знаю, почему мне настолько он нестабильный. Такой нестабильный, я еще ни разу его не сделал. Ты можешь сделать дурацкий баг? Пожалуйста, Соник. Я что-то был уверен, что у меня этот баг должен получиться. Ну, даже на спидране. Я уж не говорю, что с 30-го раза. А просто. Давайте попробуем чуть позже жать. Да дисководы уже все прошлый век. Ну не век, но вы поняли. Ага, чуть-чуть. Надо вот там очень тонкий тайминг. Сейчас я поздновато сделал. То есть, когда я делаю слишком поздно, то я отпрыгиваю налево и попадаю в стену. Когда я делаю слишком рано, я просто вверх прыгаю. Вот, видите, там буквально нужно было на пару фреймов раньше. Так не получится, надо прыгать.
Ок, снап, я пока тут тренить буду сейчас немного. Блин, взял звук, испортил. Не ту кнопку нажал. Нет, лол, нифига, нет. Я пользовался дисководом, наверное, ну до 2011 точно где-то так, я думаю. Приблизительно. Вот я не знаю, если я вот это не попал, уже баг все? Или нет? Почему сожрались-то? Лол, по-твоему, флешка сейчас такая дорогая вещь, что ли, или что? Ну, я так понимаю, задеть оба угла нужно, чтобы скорость была правильная. А, не именно. Почти. Взять тебя лайна на удачу. Кстати, вы будете смеяться, но в Сонике есть лайны, и они имеют значение в некоторых местах для багов. Моровинд? Я Моровинд только на Ютубе проходил. С БСА. С чего вдруг такой вообще вопрос? Типа, если кто-то спидранит Соника, это значит, что он заспидранит Моровинд легко. Забавная логика. Тебя хрен знает, короче. Скорее немецкие, а не американские. У BMW очень долго были кассетные. Блин, я не понимаю, почему у меня не получается. Честно я вам скажу, я не понимаю, почему у меня вообще не получается. Ладно бы там не получалось бы там стабильно, да? Ну так... Там суть немножко в другом. Скорость-то по нарастающей, но имеет значение, откуда ты начинаешь ее набирать. Вот на хилтопе это имеет значение. Ну такое, оно очень маленькое, типа для топ спидранеров оно имеет значение. Да вот же почти же, ну уж давай же. Не, я этот баг на спидране никогда не сделаю, мне кажется. На самом, ну на реальном забеге. Что такое? Мне нужно отпрыгнуть влево. Смерть, нет. В то попасть в тот проход мне нужно. Привет, Тор. За 37.51 я пробежал Соника второго. Ух, вообще фигня получилась. Ну, обычно то, что ты видел в ТАСе, ты суть не понимаешь. Ну, я не знаю, как ты понял суть по ТАСу, если честно. Ну, хотя именно этого момента, наверное, можно понять. Я не успокоюсь, пока не получится. Ни хрена не успокоюсь, пока не получится долбанный пак этот. Да куда останов... Ну это крестовина у меня нажалась. Нет, я в доту не играю, Тор.
Ну так там не там же время это показывается. Ты же знаешь. Ну тебе же не там его нужно записывать. Да получись ты, пожалуйста. Ну почти, Элизорга, почти. Только единственное, что ты, ну, не учел, за счет чего меняется дорожка. Не просто за счет того, что ты в ворота в те входишь. Немножко за счет другого. Там триггер в другом месте. Но в целом, да. Чуть-чуть рано. Мне кажется, я слишком на тайминге, потому что полагаюсь, нужно на визуальное полагаться тоже. Hey, Flower Child. Да, конечно, можно пока забить, попробовать другой потренить и еще раз сделать забег, типа я вспомнил. Ладно, ладно. Давайте что там потреним. Так, казино у нас там. Особо пропусков нету. Но там есть типа на втором. Ну давайте второе казино. Хрен с ним, с этим багом. Ну хрен с ним. Раз он такой пока не хочет, я потом потреню. На стриме слишком долго. Опять я сюда падаю. Это плохо. Здесь, короче, можно с помощью бага проскочить сквозь эти штуки, там, с помощью бага через паузу, но я лично не смог на тренинге. Ну, кстати, сейчас я нормально пробежал этот уровень. Нормально. Стоп, так, ой. Тогда попробуем казино первое. Да, конечно же, Тор, естественно, а иначе как? Что я сделал? А как? Тут иначе спидран без багов, это будет полное днище. Блин. Вот, вот это хорошо сейчас было. Вот это сейчас было хорошо. Вот так и нужно. Вот вообще просто идеально пробежал. Я просто сейчас идеально пробежал. Вот так бы на спидране. Вот еще бы эту задеть бы штуку, ну ладно, это такое уже. Ну 43 секунды, а сколько там было? Блин, уже ушло из истории. А, тем более там была сумма. Ну короче, вот это бы вот так бы пробежать бы. Ну, идеально для меня. Конечно, там можно еще быстрее, но это такое. Так, хилтоп. Давайте хилтоп еще посмотрим, что у нас тут. Ой, сейчас не залечу, не залечу. Нет, залетел. Оп. Отмена тревоги. Ладно. Что такое? Почему не получилось? 0.58? Ну, то есть я сейчас 5 секунд, да, сэкономил. Что-то странно, как-то мало, я думал чуть больше. В принципе, 5 секунд тоже дело. Ой, зачем я ждал? Зачем я сейчас ждал? Блин, я опять не залечу.
Я здесь не знаю, как упадать, так что ладно. Я теряю это время, но в принципе. Вот здесь, если не задевать... Да что такое? У меня даже на спидране получился этот пропуск. Правда, не полностью, но... В той или иной степени. А сейчас что за фигня происходит вообще? Можно, в принципе, вот этот телевизор брать, тогда я здесь не буду тормозиться, да? В принципе, наверное, хорошая идея. А, нет, плохая идея, потому что мне вот тут надо обязательно урон получать. Да, значит, плохая идея. А, я не в ту сторону жму. Чё я лалка-то такой? Good night. Что-то я... А что, у нас ночь, что ли? Что-то я задумался. Значит, он откуда-то оттуда, да? Нет, тут перелететь не получится. Не знаю, я пользуюсь Microsoft Edge, мне норм. Вот, вот это почти идеально, почти. Вот до сюда можно дойти, короче, ну, максимальный пропуск. Но это был хороший пропуск сейчас. Да ты издеваешься, что ли? Как я не попал-то сюда второй раз? Так, Mystic Cave надо. Mystic Cave надо тренить. Как я облажался очень сильно на Mystic Cave. Очень сильно. Помните? Из-за этого я бы мог бы даже предпоследнее место занять, я думаю, в таблице, если бы я на Mystic Cave не облажался настолько сильно. Я тут тощак потерял минуту, больше минуты. На этом говне. Вот это другое дело, вот другое дело. А, ну ладно, не, хорошо, хорошо. Плохо. Блин, ну вот это плохо. Но все равно, по сравнению с тем, сколько я там времени потерял, да? Это, по-моему, вообще норм. Вот стап... А, ты в страйп скинул, говоришь, сплиты, да? Сейчас я посмотрю. Вот этот уровень был сколько? Ну, секунд на 30 точно дольше, да? Блин, какой скайп? У меня скайп закрыт. Снап. Сколько сейчас тут времени-то было? Минута ровно, да?
Ну блин, я не могу на браузере получить твой текстовый файл. Ты можешь просто текст скопировать? Что у меня на захвате показывается. Ядрить там подсчеты. Это, стоп, а у нас это какой уровень-то? Шестой, да? Минута 28. Ну да, значит я 28 секунд тогда потерял. Ну вообще-то это много. Так, второй тут тоже как бы такое. Я тут умер, во-первых. А, да, я тут еще и умер. Ой, ну, короче, это вообще зашкварный был уровень. И надо его потренить, это место дурацкое. Вот, вот так нужно было сделать, видели? Вот так нужно было сделать. Почему я не смог тогда этого сделать? Это бред. Вот, смотрите. Чувствуете разницу между тем, как я... Ну, вот эта ошибка тоже, да? Ну вот, как я тогда бежал и сейчас. Ну, я сейчас тут неправильно. О, вот это сейчас было круто. Вот это сейчас было круто. Ну, я запомнил. Чё за говно нахрен? Смотрите, минута 0.2, а там... А там 2.19. Короче, новый забег. Нет, у Illusion я не буду тренить, потому что это говно, которое не тренится пока ни хрена вообще. Блин, а он опять размер изменил, какого фига. Кто-нибудь может посчитать тогда время? Не, я понимаю. Не, ну что значит лентяй, я только начал тренить. Причем я не говорю, что я точно буду добиваться каких-то результатов в Сонике, как бы. Пока мне хочется спидранить, я... А, вот, давайте вот это говно потреним. Ну блин. А, давай. Да ты что делаешь? Ты, ну, пожалуйста, Соник. Не так. Это делается не так. Прыгай ты! О, какой нестабильный уровень, меня бомбить будет, меня будет бомбить просто жестко. Ну надо, чтобы именно по этой тактике получилось, потому что тут слоупочить это тоже жесть. Тут не, это не настолько сложно, чтобы слоупочить, это можно явно затренить нормально. Вот и все, и все. Ну и то я медленно, тут можно было вообще-то сразу запрыгнуть, но и то это уже хорошо. Я тут жизни потерял кучу. Да, и так далее. Но босса, кстати, я убил быстро. Босса я убил быстро. Тут сейчас я опять тоже затормозил. Не надо так. Э-э-э-э.
давайте попробуем босса еще убить тоже, чтобы... Кольца нужны? Так, 3, 4... Так... 5... 6... 7... Давайте, наверное, еще раз ДЗЭК, что ли, попробуем по быстрой строте. Давайте. Раз, два, три. Раз, два. Еще можно вот так. Три. Потом так. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И восемь. Вот видите? Но это плотненько. Девять. Десять. И 12. Вот видите, это очень быстро получилось для меня. Вот. Так будет на спидране сделать. Адамсов? Что за Адамсы? Ну, в смысле, их много, и я ни одного не играл, ни в одну из них. Так, Райс, что тебе еще объяснять? Ну смотри, вот когда я беру чекпоинт, да, какое-то время фиксируется, потом я умер. Начинаешь чекпоинт, и у меня вроде бы время же отматывается, если я не ошибаюсь. И то есть вот эту вот разницу тебе нужно посчитать. То есть тебе нужно все секунды посчитать, которые произошли на этом забеге. Когда по таймеру игры. Все, понятно, начинаем. Да. Не, Adams Family на NES мне не очень нравится. Все, давайте начинаем. Sega. Что? Ладно, пофигу, это одну секунду потерял. Не суть вообще. Блин. Вот это хорошо. Хотя на самом деле в прошлый раз я, по-моему, за 30 секунд пробежал. Неправда, у меня была Sega, я ни разу не мажор вообще, даже... Даже не среднестатистически был. 31 секунда. 31 секунда. О, вот это офигеть сейчас было, хорошо. Насрать.
обнуляй время. Блин, что? Ну видите, опять лажа началась. Ну какого хрена? Ну ладно, это несколько секунд, я не буду из этого резетать. Тем более это все равно нестабильная у меня фигня. Если честно, я этот момент не затренил, видите, я его прохожу хрен знает пойми как вообще. И этот тоже. Я затренил, но я забыл просто уже, как его правильно. В этой игре. В этой игре вообще Тейлз впервые появился. Да что ж такое-то? Ну, пожалуйста, босс. О, Тейлз, спасибо. Минута 0-2. Минута 0-2. И я опять в плюс ушел. Ну это ладно, это хрень. Это фигня. Так, вот сейчас пойти бы по правильному пути бы еще. Главное. Так, здесь не падать вниз нахрен. Забыли. Ладно. Ладно. Я забыл, что не после двух, а после четырех прыгать кругов. Неважно. Пятьдесят одна секунда. Итак, ну багули не получится, но мы попробуем. Ну понятно. На самом деле жизнь, наверное, стоило пока брать, да? Потому что я же все равно коты там даже сливаю. Майлз правый, лол. Что? Что? Да ну... Это что такое сейчас было? Я знаю, что Майлз. Ну где ты видишь тут? А, если честно, я вторую надпись никогда не замечал. Вот это я сейчас фигню сделал.
Не, первые два уровня без смертей проходим нафиг. Ну, если на боссе случайно умру, ладно, так уж и быть, на втором, я имею в виду. Не буду рестартить, но вообще, ну это бред. Это бред. Вот это сейчас было хорошо. Это не очень. Но в целом мне нравки. Вот так надо. Блин, да ладно. Да ты издеваешься, дурацкий роботник. Пятьдесят семь секунд. Эггман, он не в этой части, в этой части он роботник, ты чё? Блин, тут можно проскочить, но у меня не получается. Раз, два, три, четыре, и прыгаем! Ну, естественно. Да нет, в смысле, вот сейчас, видишь, бессмертие иду. Если на следующем акте вот сейчас умру на боссе, то ладно. Но если в течение уровня, ну хрен знает. Ну посмотрим, если бомбанет, то рестарт. Ну конечно, конечно. Никогда не получается. Как-то вообще слоупочно сейчас получилось, по-моему, сильно. Странно, как я по этому пути пошел? Так уже что-то. Блин. Тут после двух. Все время забываю. Блин, ну... Ну ладно, там в конце, потом все равно самая жопа, поэтому как бы сейчас нет смысла рестартить из-за какой-то... Из-за потерь каких-то там... Сколько я потерял? Секунд 20. Ну, от идеального забега, скажем так, моего. Которого не было ни разу. Только на тренинге. Ну, естественно, здесь я не залетаю.
Тейлс, только не делай свое говно. Отлично, ты умер, это хорошо. Люблю, когда Тейлс умирает. Так здорово. Два ноль девять. А, ок. Ты чё? Ты чё? Пушка. Блин, не получается у меня эта фигня, ну ладно, хрен с ним. 45. Ретро и так. Итак, сейчас сложная фигня будет. Если я ее не сделаю, то потеряю секунд 10, это может даже побольше. Я точно не помню сколько. Не сделал. Shit happens. Да, ну что за говно-то? Даже больше 10, какой тут 10. А в тот раз сделал, в тот раз сделал. В итоге я сейчас по-любому по времени уйду. Плюс, скорее всего. Ну-ка, точнее, ее сохраненное время потеряю на предыдущем уровне. Скорее всего, да. Ну да, 8 минут, явно. Тьфу, ты чуть не упал еще. Блин, в плюс. Так, 1.19 там было раз. Давай будешь хоть казино норм пробежать, ну давай. Ну спиндешить сложно. Спиндешить сложно. Ты чё думаешь? Так просто что ли? Ну я не пошел по идеальному пути, не смог, как видите. Да давай, ну! Пятьдесят девять, очень плохо, да? Пятьдесят девять. Привет, Брим. Чё, ау, я если что-то пропускаю, пиши еще раз. Но ты же видишь, я не могу все читать подряд. Да не падай ты в эту яму, ну как же это бесит, ну лол. Фигню какую-то сейчас только что сделал. Он падает в долбанную яму постоянно. О-о-о.
ладно, пока речь идет о потерянных нескольких секундах, это для моих забегов это пока фигня. Обязательно все надо собрать, иначе просто не пойдет забег. Надо обязательно все собрать. Между прочим, я босса не так уж плохо убил в тот раз, так что сейчас опять, наверное, в плюс пойду. Что за смайлик, я не знаю, Брим, у меня почему-то его нету. Срать на кольца. Убей босса. Ну, босс очень плохой для меня. Я всегда на нем так хреново играю. По спидрану там какая-то сложная тактика, сам я не понял. А, твой смайл. А, не знаю, фейл-чат что-то не обновился, значит. Нормально, компенсировал чуть время. А сколько? Я забыл. Я не посмотрел, сколько было времени. Райс, надеюсь, ты записал. Блин, ну почти. Серьезно? Ой, жесть. Ты посчитал время? Нет, потому что не смотришь. Чё я делаю? Чё я делаю? Уже рестартнуть хочется. Очень сильно. Очень сильно хочется рестарт сделать. Нет, я баг не сделаю. Придется ждать, пока закончится телек. Удаляю. А, записал даже, да? Ждем долбанный телевизор, пока закончится. Эспидран просто. Да не, по-любому плохой забег. По-любому плохой забег. Ну, не знаю, может Метрополис получится скип, он компенсирует там. Никогда не получается это говно. Ну да, пока что я могу компенсировать много где время, поэтому нет смысла рестартить, я согласен. Пока, ну, не то время, чтобы рестартить просто по любому поводу. Тут я поддержу. Ну, не запрыгнул. Здесь можно тоже не тормозить на этом кубике, но у меня не получается. Давай на платформу, ну. Вот же, вот же. Такая жесть, честно. Привет, хиппи. Чё я вперед, в смысле, отстаю так сильно, ты лол.
Ну это потому что на Aquatic Ruin я норм тот раз пробежал. Записал время, я опять забыл, если честно. Посмотреть. Так, вот тут я должен выиграть, если норм буду бежать. Я в тот раз так залажал, ужас. Причем на обоих актах, как-то странно. Пока отлично идет, отлично просто. Ну не. Не наст. Ты что, издеваешься? Это что сейчас было? Это сейчас что такое было? А это сейчас что такое происходит? Ну меня сбило с толку, эта хрень. Вот говно-то. Ну почему этот уровень такой дурацкий-то? Ничего не компенсирую в итоге нахрен. Понятно. Слишком я слоупок. Кто открыл эту хрень? Дурацкий Тейлз какой-нибудь? А, как же бомбит-то, а? Как же бомбит? Ну сколько в тот раз-то я пробежал? Так, минута 0.5. Минута 0.5. Первого Соника нет. Ну как бы, по крайней мере, не планирую. Зачем? Он же не очень. Давай вот это получись, пожалуйста. Есть. Вот это я понимаю. Нормально получилось. Самый лучший, его боролись. Идеально босса убил. То есть в точности по тактике вообще. Да, смотрите, смотрите. Вроде бы норм, да? Или. Ну примерно. Ну, как, по крайней мере, я 40 секунд сэкономил по сравнению с хилтопом. Смотрите, был плюс 40, стало минус 1. Ой, пипец, под океан. А, ну все, начинается. Океан пота. Давай, не подведи, Соник, ну. Не подведи. О, хорошо. Случается. Но это пока пофигу. Насрать. Нет, не насрать. Нет, это же конец был! Это же был конец уровня! Я мог его протащить! Обида... Так обидно, я так хорошо уровень пробежал. Ну как бы, в любом случае без смертей это уже очень хорошо. Но не пошло в конце. В любой момент так можно залажать. В любой момент. Абсолютно.
да нет. Да ну пожалуйста, ну. Фух, это неплохо, в принципе. Минута 15, Райз. И там ты смерть записал, да? Ты смерть, главное, записал. Так. Гиперсоник. Надо же, идеально получилось. Ну, вот эта фигня. То есть там этот скип, это он и так и должен, по идее, получаться. Да лол. Почти, ну почти же, ну почти же. Офигеть. Офигеть! Это было так... так круто! Это было так сейчас круто! Вот ведь, а причем он уже начал телепортироваться, но я умер, потому что просто утонул. Видели, как я вот это проскочил на скорости? Прям тупо как по спидран стратье. Нет, 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 нет. Считай, 47 секунд. Я в тот раз тут тоже конт взял, так что... Чего? Ну лол. На самом деле, вот эти маленькие неудачи вообще не влияют, потому что тут в основном именно тупо смерти есть, нет. Это важно. Не самым лучшим образом, но... Ты серьезно? Ты... Кресик крестовиной, ты что, издеваешься? Соника стиком играть? Ты где видел Сегу со стиками? Как же, блин, нестабильно это все продвигается. Снап, а чё ты смеешься? Для меня даже это хороший результат. Если хочешь смотреть мировые рекорды, ну, не на этом канале как-то. Для меня это и сейчас хорошо. Секунд опять. Не знаю, только я сейчас увидел, что 47 секунд. Спокойствие.
пожалуйста, сделай эту фигню, Соник, ну. Последняя попытка вроде. А, ну там еще конт вроде один есть, надо такое. Да почему же, ну почему же не получается-то? Ну почему же не получается? Если бы я еще тут два раза на шипах не умер, было бы вообще замечательно. Ну что это? Ну она мне скорость сломала, ну это такой бред тоже. Я об этом тоже, ну, смотрел, то есть... Да, такое случается, и абсолютно непонятной причине. Почему эта пружинка то задевает тебя, то нет. Но никто не знает точно, от чего это зависит. Просто иногда она тебя задевает. Просто не хочет. Просто не хочет. Ну так это и есть практика сейчас, по сути. Бег продолжается, нахрен. В смысле, никто не проходил? А, ну, я же не просто прохожу. Нет, не в тот же кадр, а когда начнет перемещаться камера, нужно прыгать, потому что я уже появляюсь резко наверху, и я начинаю тонуть в нефти. Плюс 3.46. Да. Ну понятно, что забег мертв, но мы закончим его, ну если смогу, конечно. В общем-то, уже, по-моему, ничего не спасет этот забег. Ну, разве что пропуск третьего метрополиса, но это невозможно, так что, как бы, лол. Даже хороший Винг Фортресс не спасет его. Богомолы? Да нет, богомолы не покараются. Меня покарают баги. Вот сейчас будет один. Ох ты ж. Какого фига ты начал попадать на эту платформу-то? Ну, лол. Минута 24. Ну, да, 6 минут, охренеть. Ну чё, попробуем. Какого фига? Ну какого фига? Ну...
еще раз. Говно, жопа, говно. Да перепрыгни ты. Да ну ты издеваешься. Нет, я буду пытаться. Нет, я буду пытаться. Пока я не умру. Или не попаду в другую часть уровня, я буду пытаться. Ничего не знаю. Ну все. Что? Хиппи, ты упарываешься, что ли? А ты всегда упарываешься. Всегда был что тут. Ясно. Я не помню даже, куда это ведет. А, ну я в тот раз тут же, по-моему, ходил. По этому же пути. Ну, Тейлз, ну удаляй. Сколько у меня было в тот раз-то на этом месте? Что-то я уже не помню. По времени, да. Но если честно, конечно, уже даже нет желания заканчивать забег. Ну ладно, будем превозмогать. Я снова возьму жизнь. Потому что она мне понадобится. У меня контов-то нет. Не, я знал заранее. Я когда, то есть еще перед стримом, я естественно знал, что мне... Я затренил плохо, но мне просто хотелось, ну, как бы просто поставить какое-то время официальное, ну, чуть-чуть меньше, чем самое первое, потому что самое первое было вообще без каких-либо практик, и, да, ну, 47 минут, которое... Плюс там я время считал-то по спритам, а теперь время считаю так, как они правильно. Ну вот, и в итоге сколько там, 30, да, я был уже 37... С чем-то. А, я помню, что это смерть. Нет. Да это говно, такой скип просто удаляй. Невозможно нахрен сделать. 37-53. Просто ужасный скип. Я не буду это комментировать. Ладно, еще раз попробуем.
конечно, надо бы хоть как-то затренить этот пропуск, потому что он экономит, ну, считайте, 3 минуты, да? А это ни хрена себе. Ну, 2-3 минуты, я не помню, сколько точно. Но если что, кто не в курсе, этот пропуск откидывает вас сразу на босса. Представляете, от самого начала уровня сразу к боссу. Смешно. Причем один из самых длинных уровней в игре вот это. Его можно полностью пропустить до босса. Прыгай, но ну, дурацкая. Я не помню, какое у меня было время в тот раз. А, ну да, я имею в виду именно на уровне. Как ни странно, но получилось. А, у меня колец нету, придется по-честному убивать. Вот я лалка. Вот я лалка. Было. Ну ясно. Конечно, с двумя можно уже пытаться бить, но такое. Привет, Рентаро. Ладно, рискну, наверное, с одним ударить. Есть. Но Тейлзом очень сложно. Тейлзом очень сложно. Ты чё? Нет. Чит — это внешнее вмешательство. Это в третьем Сонике такая механика. Ну не знаю, может и в этом, я не уверен, если честно. Но по крайней мере в спидранах такое не используют по второму Сонику. Понял вопрос, Фрей, так что-то, если честно. Ну, потому что код — это код. Но при чем тут код? Нет, коды никогда не используются для спидранов.
Ходы это для тренинга. Fatfoot Cat. Но я видел его спидран, да. Но это в любом случае плохой спидран. Так или иначе. Видишь, у меня мое время 42-44 только что поставил. Но именно по вот этому таймеру, а по правилам там 37-51. А сейчас плохой забег, но я его добегу. 2.07 время уровня. Так. Нет, USB микрофон. У меня USB микрофон. Ну, хоть так, хоть так. Уже что-то. Я же знал, что нужно чуть-чуть подождать. Я же знал. Ну блин. Забавно, что сам of best у меня 41.38, да? Ну чё, сейчас тогда перерыв небольшой. И еще один забег. Так, сейчас мы, короче, вначале... Знаете, что сделаем? Кстати, смотрите, видите? Это босс Метрополиса, и сколько на таймере время? Это вот единственный раз, когда у меня получился пропуск.
меня нет, что ли, сейф-стейта с этим говном? Ну ладно, вот здесь... Ну потому что паузе нельзя таймер на спидранах. Получилось нахрен. Ой, что это сейчас было? Давай же, встань. Чё за говно? Почему оно стабильное? Блин, да не надо так делать. А, ну да, и плюс чекпоинты, что же, да. Ну, эти... Во! Наконец-то умер. Шесть минут, да, проходил этот уровень? Именно АК-2, причем. Это охренеть, конечно. Да ну, чуть-чуть раньше времени, видите? Если я прыгаю слишком рано, ну, ни хрена себе, то... как бы я не улетаю наверх, и, естественно, я умираю в край экрана. Вот, нужно прыгать, когда он исчез с экрана, Соник. О, это ладно. Это я сейчас не старался. Ладно. Ну да, заморочка такая, конечно. Ну что, поехали? Давайте еще раз. Надеюсь, на месте Кэви не залажаю. Важно. Не, ну в принципе, конечно, можно не считать в реальном времени, можно потом посчитать, да? Ну просто, блин. Хочется знать результат как-то сразу. Я рестартнул. Я рестартнул. Никакое не время смерти. Да нет, я рестарт сделал. Все, 29 секунд. А, это ты продолжаешь свою мысль? Я понял. 29 секунд. Есть. Хрена. Блин. Что какая-то фигня получилась. Что-то не хочу здесь торопиться. Такое дурацкое место для смерти.
пофигу, там пару секунд, это вообще не играет никакой роли. Я не знаю, как успеть за два цикла. Как я тут до минуты 54 прошел? Что за бред? Неужели я его за два цикла убил? 0.58. Ну блин, ну никогда не получается, ну никогда не получается. Ну на этих, в принципе, получалось на тренировках. Ладно, хрен с ним. Ноль сорок один. Что сейчас это было? Ну это минус баг сразу. Внезапно, вы видели? У меня этот прыжок получился, только баг не сработал. Видимо, скорость была недостаточная. Но вы видели? У меня наконец-то прыжок получился. Ну это во время тренингов, раз они так делают. Во время полных забегов уже как бы все-таки смотрят другие вещи. Ну, в реальное время. Ну, потому что это any percent. То есть не на 100%. Есть. Есть, Тейлс умер. Блин, он сейчас прилетит. Вот говнюк. Есть. Ну лол. Блин, ну не добил, ну это такая срань, блин, ну. Такая глупая. Минута 39. Забыл какую кнопку. Спокойствие. Просто бежим дальше. Такого у меня еще не было. Если честно, я даже не знаю, куда я попал. Блин, что это за говно вообще? Ну, мне кажется, это можно рестартить. Ну, хотя Oil Ocean на самом деле все решит. Смысла тут рестартить нету. Но лол, это просто бред. Это просто бред. Я все время сохраненное потерял. Минута 0.3.
А сколько там было лучшее время у меня на этом уровне? Секунд 40, по-моему, да? Может, вот здесь пол... Ты куда пролетел? Ты куда пролетел? Офигел, что ли? Ну нет, ну нет, 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 нет. Ну все, 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 все. Срань полная. Ладно. Минута 16, минута 16. Плюс 23 секунды. Вот видите. Но главное, что я уже путь запоминаю. На самом деле, вначале еще была проблема запомнить пути, по каким бежать. Это вам кажется, что так очевидно? Ну, не знаю, может и не кажется. Но, то есть я все время вначале забывал, а куда же надо бежать-то? И что там на этом уровне будет? То есть вот такое вот, знаете. Вот я не попадаю туда по какой-то причине. Что я сделал? Ну как я проскочил-то там? Ну как я там мог проскочить? А, надо было заскакивать, ладно. Минута ровно. Я не знаю, может быть, надо было правильно сплиты сделать на каждый акт. Многие делают на каждый акт. Но я подумал, типа, зачем слишком часто. Акты пролетают довольно быстро. Ой, надо же, я вниз не упал. Ну, спасибо, игра. Или руки, не знаю, кого благодарить. Естественно. Да что это? Вот ведь лол. Ага, ты еще в рулетку сходи. Понятно, что если будет результат, который я захочу отправить на speedrun.com, то понятно, что я буду это самое, ну, пересчитывать уже потом. Но все равно хоть знать там примерно. Давай. Но я не могу на нем прыгать. Вот на нем надо прыгать, как бы, как обычно, на этих боссах всех Соников. Но это очень сложно здесь сделать. Блин, нашел с какой скоростью прыгать. Вот. Ненавижу этого босса. Просто ненавижу этого босса. Больше, чем всех остальных в игре. Что
что я еще тут время потерял на казино. А, где-то минута 58, минута 58. Умри, блин, тут. Хитрить. Чё за срань, нахрен? Чё ты делаешь? Чё ты делаешь? Бомбит. Ух, как бомбит-то. Самое главное, что это не сложный скип. Этот скип не сложный. Я просто туплю, дико-дико туплю. Я забываю, какие кнопки жать. И, короче, я не знаю. О, ну наконец-то хоть сюда попал. Уже спасибо. Ну, правда, это после смерти, так что вы уже, блин, смысла в этом пропуске не так много. Я понял, как я по кольцам теперь ориентируюсь на этот блок. Что-то я раньше тупил. Ну, хоть чему-то научился за этот забег. Ну ладно, это лучше, чем ничего. Но это я специально туда залетел, потому что без колец тут слишком стрёмно. Есть! Хоть так, но я сэкономил немного времени. Но в реальности это жопа. Вы смотрите, я уже в плюс ушел, хотя... Блин, на самом деле рестартить надо. Ну смотрите, только первый акт я уже в плюс ушел. То есть этот акт мне надо пройти за минус чем-то секунд. А, ну я говорю, ну разве что Oil Ocean пощадит. Разве что, если он пощадит. Типа я его буду проходить не 6 минут, а сколько-то там другое время, короче. Типа там 3 минуты или... Что это? Ну лол, ну какая тележка, вы чё? А, подожди, еще же время не остановилось. А, ну ты смотришь, да? Ну я все равно буду говорить. Так, минута 31. Самый дурацкий уровень, ну пожалуйста. Почему нельзя этот уровень? Он такой легкий на самом деле. Тут как бы нету сложных каких-то скипов там, да? Жутких. Просто надо не тупить.
и все. Нету чего-то тут такого ультра, там, хрен пойми. Пойми чего. Ну, вообще нету. Ну запрыгни, ну почему ты не прыгаешь на эти шипы? У меня в тренинге это получилось. Я слишком бомблю. Надо контролировать себя. Минута 06. Короче, если у Илошин будет хреново идти, я дропну. Блин, Райс, держи себя в руках. Хрен с ним. Ну, будет хороший забег, иначе пересчитаю. Ну, ты примерно продолжай считать. Там. Пусть хоть примерно будем знать, да? Даже вот этот сегмент хорошо пробежал относительно. Нет, нет. О, я выжил, странно. Зачем? Давай бессмертие этот уровень. Внезапно так. Фигак. И бессмертие первый акт. Кто сказал, что невозможно? Да ну, ну почему? Ну почему? Я не понимаю. Ну. Почему я там не смог? И в тот раз точно так же было. Я весь уровень хорошо прошел и умер на этой фигне. Я все сделал правильно. Такая тонкая хрень. Я офигею. Я офигею. Говорю, короче, если после Уиллоушена у меня не будет минусовое время, то все. Но у меня явно оно не будет. Там 23.44. Я еще на первом акте. А на втором там же самое главное. Ни хрена себе. Ну, вообще так не надо делать. Ну, в смысле, вообще-то так спидраны учат так делать, но это слишком нестабильно. Ну я жал! Я жал! Она ни хрена не жалась. Такая физика, это фигни классная, как она там называется, уже забыл. Уилл. Идеальная просто.
что-то спидран Соника слишком какой-то нервный. Хрен знает. Или это я просто нервный? Ну почему? Ну что за жесть? Ну что за жесть? Я даже первый акт не пройду. Я просто не пройду первый акт. Последняя жизнь. Не прошел. Я не прошел первый акт Лошина. Не знаю, я, когда Боша спидранил, мне было вообще фиолетово. Ну только там на Солгрине волновался. Ну это волнение, это одно, волнение это всегда будет. А... Ну почему бомбит-то так? Что за жесть вообще? Потому что, наверное, я не понимаю, что происходит. А там я понимал, просто да, ошибся там, неправильно прыгнул. А здесь полное говно какое-то происходит. Короче, я пройду Illusion только ради тренинга. Уже понятно, что этот ран закончен. Этот забег, все, умер. Но он на самом деле умер еще... Где? На Aquatic Rain. Да вот почему? Вот видели, сколько раз я нажал, чтобы он прыгнул? Ядрицкий Соник. Можешь не записывать время, Райс. Спасибо за помощь. Сколько там было хоть по времени-то, когда лучше была попытка? Ну вот в предыдущем забеге. Когда я до Метрополиса дошел. Или до куда я там дошел? До Фортреса. Надо же, я хотя бы эту стену преодолел. Небывалое чудо. Ну надо же, я прошел первый акт. Как это вообще? Не видано, не слыхано. Сколько на первый акт потратил? Минут 8? А, ты же не считаешь, ладно. Ну и из двух попыток я, конечно же, не пройду вот этот вот акт. Это нормально, что я не могу влево жать? Ладно. Чё за говно?
Ой, что я делаю? Ой-ой-ой, что я сделал? Зачем я прыгнул? А, как ни странно, получилось нормас. Чего? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, всем.